Данная выставка имеет название «В гармонии с миром». Это выставка произведений замечательного художника Алтая, народного художника России Михаила Яковлевича Буткеева. Это выставка его произведений из фондов нашего музея и из семьи художника. Открыта к столетию со дня рождения художника. Михаил Яковлевич Буткеев человек, который создал не только очень-очень много значимых произведений, которые раскрывают наш мир, мир нашего Алтая, но он еще и сыграл громадную роль в становлении Алтайского союза художников. Это художник, который не получил, к сожалению, академического образования. Этот замечательный художник достиг вершин профессионализма. Он родился в 1922 году. Это наша гордость, он наш ветеран, замечательный человек и художник. Михаил Яковлевич Буткеев – это такой художник, который создал значительные произведения в достаточно обширной тематике и работал вот в жанрах портрета, пейзажа и натюрморта. Вот, например, одна из тем – это Барнаул. И здесь мы показали одну из известных работ из наших фондов. Это «Весна, большая вода». Работа создана в 1970 году и показан момент наводнения. Наводнение в 1969 году. Но мы здесь видим старый город. Чем он интересен? Ну, конечно же, своей уникальной деревянной архитектурой. Ну, это вот как раз улица Льва Толстого. В этой работе очень-очень интересно работает солнечный свет. Он делает значимой и важной каждую деталь, которая создает неповторимый облик. И рядом с этой работой помещен натюрморт, вот два самовара. И как раз этот натюрморт еще дополняет вот этот образ старого Барнаула. Еще одна большая тема, к которой обращается этот художник, это тема Горного Алтая. Очень часто выезжал в самые отдаленные уголки Горного Алтая и очень часто один. И еще одна очень интересная тема, которая в творчестве Михаила Яковлевича достаточно полна и очень интересно раскрыта, это тема Монголия. В конце 70-х, начале 1980-х годов в нашем союзе художников были предприняты такие два крупных, вернее, это один крупный проект, который предполагал работу алтайских художников в Монголии и работу монгольских художников на Алтае. Михаил Яковлевич здесь показывает исторические архитектурные памятники Монголии. Мы разместили два портрета. И у Михаила Яковлевича, который, кстати, родился в сельской местности, он родился в селе Овсянниково Целинного района Алтайского края. Отношение к миру такое доброе формировалось в том числе и в детские годы. Поэтому он еще и работает, в отличие от других художников, один из немногих, кто занимается вот анималистической темой. И вот здесь вот прекрасная работа «Табунщики Курая» 2006 года. Стиль, я думаю, что вот именно эта конкретная работа написана в стиле романтизм, потому что здесь такое бурное волнение, такое движение, такие фигуративные элементы композиции, которые относят нас к художникам-романтикам. Можно вспомнить художника французского Делакруа, когда смотришь на эту работу. Вообще художник, метод его – это реализм. Он продолжает традиции русской реалистической живописи в своем творчестве, и это мы здесь видим. Яков Иванович Буткеев – отец Михаила Яковлевича Буткеева, бывший солдат. И вот здесь его портрет представлен.
Михаил Яковлевич очень редко создавал произведения, связанные с Великой Отечественной войной. И здесь только два произведения таких из фондов нашего музея по воспоминаниям из разрушенного Пскова. Художники, прошедшие Великую Отечественную войну, они, конечно же, радуются миру, солнцу, красоте. И эту красоту они умножают в своих произведениях. Они не являют вот те ужасы, то разрушение, ту деструкцию, которую несет война. Они, наоборот, показывают красоту мира, мирного времени, мирного неба над головой.